Малыгинцы, привет! Как вам идея провести выходной вдали от пыли и грязи города, насладиться невероятными масштабами и пейзажами морского побережья и отведать порцию аппетитного шашлыка? Как по мне, очень крутая идея. Ну что, поехали! Приморский край полон невероятных мест, и за целую жизнь невозможно. Но окей, очень и очень трудно все объехать. Про одно из этих мест я расскажу вам сегодня. Ну а для начала давайте разберемся, как мы сюда добирались. У тревел-блогеров обычно принято вставлять авиаперелеты, билеты, багажи и прочее. А я лишь скажу, что мы выехали с Дальнегорска, провели в машине 2 часа и оказались на месте. В целом дорога Дальнегорска до Тимофеевки нормальная, асфальтированная. Но последние пару километров мы проехали по грунтовке. Команда была у нас разных полов и возрастов. Но все мы были объединены одной целью – насладиться весенней природой, надышаться чистейшим воздухом, сделать кучу памятных фото и поесть шашлыка, конечно же. Но шашлык – это ведь не единственная причина, почему вы смотрите это видео, правильно? Как только мы вышли на пляж, нас встретила сумасшедшая панорама. Вдали стояли 4 массивных гиганта, а перед нами во всей красе молилась королева. Высота кекура метров 25, но сперва предлагаю разобраться, кто такой этот кекур и как он появился. В первую очередь кекур — это столбовидное скальное образование. Встречается на побережьях рек, морей и озер. Вероятнее всего, молящаяся королева раньше была частью горы, и через энное количество времени порода между кекуром и скалой обрушилась, и получилась королева. Но кекур, молящаяся королева, это не конечная точка нашего маршрута. Немного пройдя по пляжу, мы добрались до скалы Висячий камень, или же камень судьбы, как ее еще называют. А также мне удалось подснять дрейфующие льдины в море. Согласитесь, классно выглядят. Фотографии в моем телеграм-канале. Блин, чуть не забыл. Если пройти под висячим камнем и загадать любое желание, то оно обязательно исполнится. Вообще все эти пляжи, бухты и кекуры в летнее время не страдают от переизбытка туристов с палатками и баулами. Это ваш шанс. Главное не мусорить. После отдыха на молящейся королеве мы с командой быстренько сложили вещи и поехали на 4 скалы. Расстояние между кекуром и мысом совсем небольшое. Всего лишь 5 минут езды на машине и 30 минут пешей прогулки. И мы на месте. А еще у нас был инструктаж от участницы похода, как правильно открывать второе дыхание на подъеме. У кого-то получилось, а у кого-то нет. А мы правильно открываем второе дыхание. И поэтому мы пошли дальше. По времени мы уже не укладывались и, соответственно, спускаться к побережью уже не стали. Но вообще у пляжа есть некая особенность. На побережье около 4 скал огромное количество камней с черными вкраплениями. Они очень гладкие и напоминают своим видом далматинцев. Когда я снимал на видео молящуюся королеву, вы наверняка заметили на фоне 4 каменные глыбы и, возможно, подумали, что это тот самый мыс 4 скал. И да, вы были правы. Мыс расположен на высоте 130 метров над уровнем моря. И даже в сильный шторм, глядя с мыса вниз, волны кажутся очень маленькими. Спуститься к морю вполне возможно, но тропа в некоторых местах довольно-таки крутая.